Неподалеку от аула Алтынжар Астраханской области находится место захоронения выдающегося казахского композитора и квиша Курмангазы Сагырбайулы. В 1996 году здесь был установлен надгробный камень. Возвели мавзолей. В его открытии участвовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Открыли большой мавзолей, музей и центр. Здесь в исполнении детей звучат произведения Курмангазы. Сегодня очень много талантливых детей, увлекающихся музыкой. Они поступают в консерватории, потом возвращаются к нам и пропагандируют великую культуру. Свой неповторимый след в мире музыки оставил кюйши и композитор степи Курмангазы. Широкую известность получили его выдающиеся произведения «Адай», «Балбраон», «Сарарка», «Кшкентай». Курмангазы, который перенес все тяготы нелегкой судьбы, мастерски передал посредством музыки состояние своей души. Зарубежные гости, которые приезжают послушать кюи Курмангазы, очень высоко оценивают творчество композитора. Они, безусловно, ставят казахского музыканта в один ряд с такими классиками, как Бетховен, Моцарт, Бах. В Алтынжарский музей приезжает очень много посетителей. Самый ценный экспонат здесь – вот эта дамбра. На ней Курмангазы учил играть кюи внука своего друга Абыра. Когда встречались два друга, Досалиев ага всегда приводил с собой внука. Он сказал Курмангазы ата: «Научи моего внука исполнять свои кюи». Курмангазы ата для этого подготовил инструмент. Все струны он сделал сам. В прошлом году к нам из Италии приехал профессор. Так вот, он, посмотрев на этот инструмент, сказал, что его струны – очень тонкая работа, и сам инструмент сделан мастерски, на высоком уровне. При музее работает межгосударственный культурный центр. Его посетители имеют возможность познакомиться с жизнью выдающегося степного композитора, а также послушать его произведения. Через них они постигают богатый духовный мир казахов.